Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня в нашей лекции мы рассмотрим тему правописания в русском языке. Как известно, грамотное письмо – признак культурного и образованного человека. Знание орфографических постулатов позволяет корректно излагать свои мысли. Нам предстоит рассмотреть многие правила, которые касаются правописания гласных в корне, употребления приставок «пре» и «при», разделительных твердого и мягкого знака и многие другие. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Что такое правописание и для чего оно существует? Разделы и принципы русской орфографии. Правильное употребление прописных и строчных букв. Как правильно переносить слова? Правописание гласных в корне, проверяемые и непроверяемые гласные. Корни с чередующимися гласными и их правильное написание. Корректное написание гласных после «ц» и шипящих, согласные в корне и их правильное употребление, правописание приставок, разделительные твердые и мягкий знак и их употребление на письме, частицы «не» и «ни» с разными частями речи. Что такое правописание и для чего оно существует? Все слова и словосочетания в русском языке подчинены правилам их употребления на письме. Такие правила называются орфографическими, и без них мы вряд ли смогли бы грамотно использовать все богатство русского языка. Таким образом, правильное написание слов и является системой правописания. Для чего необходимо подчинять письмо определенным орфографическим законом? Прежде всего, грамотное владение языком – это признак культурно развитого и образованного человека. Также немаловажное значение правописания играет в лексическом построении текста. Из-за одной неверно написанной буквы может полностью измениться смысловое значение слова, а значит и предложение и высказываемой мысли в целом. Ну а теперь давайте разбираться в многообразии орфографических постулатов и в их применении на письме. Разделы и принципы русской орфографии. Орфография, как система правил правописания, подразделяется на несколько разделов. Основные из них – это правила написания морфем в различных частях речи, слитное, раздельное и дефисное написание слов, способы употребления строчных и прописных букв, правила переноса слов. Существуют также несколько принципов орфографии, которые активно влияют на систему правописания и придают ей упорядоченность. Один из принципов называется морфологическим, и суть его в том, что морфемы, являющиеся общими для родственных слов, сохраняют единое написание, а в устной речи они способны изменяться под воздействием фонетических условий. Такой принцип применим для всех морфем – приставок, корней, суффиксов, окончаний. Другим является принцип фонетический – то есть слова пишутся так же, как и слышатся, произносятся. Такому принципу подчиняется правило написания приставок, оканчивающихся на «з» или «с», безграмотный, бессовестный, или изменение гласной «и» на «ы». Она является начальной в корне, после тех приставок, которые оканчиваются на согласную
разыграть. Правильное употребление прописных и строчных букв. А теперь давайте рассмотрим правила употребления прописных и строчных букв. Прописная буква – это заглавная, проще говоря, большая буква, которая употребляется в начале предложения, а также текста и абзаца. Отец пришел с работы поздно. Наш ужин уже успел остыть к этому времени. В начале прямой речи женщина окликнула меня и спросила: «Вы не подскажете, как мне пройти на улицу Заречную?» При написании названий организаций, учреждений. Организация Объединенных Наций, Государственная Дума Федерального Собрания РФ. При написании названий стран и административно-территориальных единиц: Россия, Индия, штат Гуджарат. При написании имен, отчеств, фамилий: Александр Сергеевич Пушкин. При написании наименований праздников и исторически важных событий: 9 мая, Новый год. Что же касается строчной буквы, то она пишется в конце и середине слова: «Волга, история». В середине предложения, при условии, что слово не является именем собственным или не представляет собой какое-либо название: «Дети пошли в школу». В названии чинов или званий: «Прапорщик Морозов». В словах-обращениях: «Мадам», «Мистер», «Джентльмены». Как правильно переносить слова? Обратимся к таким орфографическим нормам, как перенос слов. Казалось бы, это довольно простой раздел правописания, однако и в нем существует ряд правил, которым необходимо следовать. Итак, как правильно переносить слова? Перенос слов осуществляется по слогам: со-ба-ка, не-бо. Невозможно отделение согласной от последующей гласной – ле-то. Нельзя переносить часть слога или оставлять его на строке: построить, построить, правильно, построить, 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 неправильно. Не разрешается оставлять на строке или переносить одну гласную, даже если она составляет целый слог: анатомия, анатомия, правильно, анатомия, анатомия, неправильно. Нельзя мягкие и твердые знаки отрывать от согласных, которые предшествуют им: барьер, правильно, барьер, неправильно, изъяснить, правильно, изъяснить, неправильно. Также невозможно отделение буквы И краткой от гласной, следующей после нее: майор, правильно, майор, неправильно. Если мы имеем дело с сочетанием двух и более согласных, возможны разные варианты переноса: калейдоскоп, калейдоскоп, калейдоскоп. Здесь предпочтительнее такой способ переноса, в котором морфемы не разбиваются. Лучше перебежать, нежели перебежать. Правописание гласных в корне. Проверяемые и непроверяемые гласные. Поговорим теперь о таком обширном своде правил, как правописание гласных в корне. Мы знаем, что когда гласная стоит в слове под ударением, очень легко понять, как она переносится на письмо: мороженое, привилегия. Однако что делать с определением написания безударных гласных? Для этого существует несколько правил. Во-первых, мы должны понять, а можно ли вообще проверить написание безударной гласной.
В случае, если удается подобрать родственное слово или изменить слово так, чтобы гласное оказалось в ударном положении, можно говорить о проверяемой гласной. Например, чтобы понять, через какую букву «а» или «о» пишется слово «столбы», здесь «о» стоит в безударном положении, ударение падает на букву «ы». Нужно поставить слово в форму единственного числа «столб», где «о» находится под ударением. Сразу становится понятно, что слово «столбы» нужно писать через букву «о». Однако существуют гласные, которые невозможно проверить путем изменения ударения. Такие гласные называются непроверяемыми, и их правописание нужно запомнить, а проверить можно по орфографическому словарю. Примеры таких слов – молоко, картофель. Корни с чередующимися гласными и их правильное написание. Русский язык содержит ряд корней, гласные в которых чередуются. Как это понять и от чего зависит чередование? Рассмотрим определенные условия, от которых зависит написание буквы в безударной позиции. Условия ударения. В корнях «гар» – «гор» под ударением пишем букву «а», «загар» – без ударения «о». Загорелый. Исключения составляют выгорки, изгорь, пригорь. Также в корнях клан, клон, без ударения пишем о, наклониться, под ударением то, что слышим, поклон. Условия последующих букв или их сочетаний. Если за корнями кас-кос следует буква н, то пишем гласную «о» – «коснуться». Во всех остальных случаях пишем «а» – «касаться». Условия значения слова. В корнях «мак» – «мок» выбор гласной зависит от способа употребления слова. Так «макать» означает опускать предмет в жидкость. «Макать» – пряник в чай. А «мокнуть» значит пропускать жидкость, одежда промокла. Условия наличия или отсутствия суффикса «а» после корня. В корнях «вер-вир», «дер-дир», «мер-мир», «пер-пир», «тер-тир», «блест-блист», «жег-жиг», «стел-стал», «чет-чит» перед суффиксом «а» пишется буква «и» – «собирать», «настилать». В других случаях пишется буква «е» – «зажечь». Исключениями являются слова «сочетать» – «сочетание». Корректное написание гласных после «ц» и шипящих. Самое известное правило для школьников звучит «жиши» – «пиши» с буквой «и». Однако не только согласные «ж» и «ш» подчиняются этому правилу. Существует ряд аксиом по написанию гласных после шипящих и буквы «ц». Во-первых, за шипящими согласными «ж», «ч», «ш», «щ» следуют только гласные «а», «у», «и» и никогда гласные «я», «ю», «ы». Например, «животное», «чаще». Но исключения составляют слова, которые были заимствованы в язык, например, слово «парашют». Как мы видим, после «ш» следует гласное «ю», а не «у». Это обусловлено иностранным происхождением слова, и его написание просто нужно запомнить. Во-вторых, после шипящих под ударением ставится буква «ё», если возможно подобрать родственные слова или иную форму данного слова, в котором пишется «е». Например, «желтый» – проверочное слово «желтизна». Если же такое условие невыполнимо, то нужно писать гласную «о», как в словах «чокаться», «шорох».
Что же касается правописания гласных после буквы «ц», что в корне слова «после «ц» мы всегда пишем «и». Исключения составляют цыпленок, цыган, на цыпочках, цыц и их производные. Для легкого запоминания исключений даже придумали фразу «цыган на цыпочках, цыпленку цыкнул цыц», где все исключения собраны в одном предложении. Согласные в корне и их правильное употребление. Что ж, разобравшись с написанием корневых гласных, перейдем к правилам употребления согласных в корне слова. Прежде всего, речь пойдет о звонких и глухих согласных, в написании которых мы сомневаемся. Например, что писать «з» или «с»? Для проверки необходимо подобрать ту форму, родственное слово, в которой проверяемые согласные будут стоять в сильной позиции. То есть после них должны следовать гласные или сонорные звуки, такие как «л», «м», «р», «и». Так в корне слова «сказка» – «сказ» пишется звонкое согласное «з», потому что мы можем проверить ее написание словом «сказать», где после «з» стоит гласное «а». Теперь обратимся к написанию двойных согласных, которые довольно часто встречаются в русском языке. Правила для их написания несколько. Они пишутся на стыке приставки и корня. Например, «рассказать» – приставка «раз», корень «сказ», а также корня и суффикса – «длинный», корень «длин», суффикс «н». Во втором случае двойные согласные употребляются между двумя частями сложно сокращенных слов, таких как роддом, то есть, образно говоря, дом, больница, где происходят роды. И также удвоенные согласные нужно писать в тех словах, где их написание нельзя проверить, но необходимо запомнить. Если вы сомневаетесь, обязательно загляните в орфографический словарь. Примеры подобных слов – это «жужжать», «группа», «класс». Правописание приставок. Что важно знать о правописании приставок? Опять-таки отметим, что некоторые из них являются непроверяемыми, и их написание нужно запомнить. Это такие приставки, как «до», «от», «за», «с». Кстати, последнее отзвончается в речи перед звонкими согласными, но на письме остается без изменения. Например, слово «сбежать» мы слышим как «сбежать», так как «б» – звонкое согласное, но все равно пишем приставку «с». Здесь же рассмотрим приставки, оканчивающиеся на «с» и «з» – «без», «без», «через», «через» и так далее. В них перед звонкими согласными «б», «в», «г», «д» и другими пишется буква «з», а перед глухими «п», «ф», «к», «т» и прочими буква «с». Примеры таких слов. Разговор. Приставка «раз» оканчивается на «з», так как после нее следует звонкое согласное «г». Или же «ниспадающий». Приставка «низ» содержит букву «с», так как стоит перед глухой согласной «п». Практика показала, что особенно трудно ученикам запоминать правописание приставок «пре» и «при». В чем различие их употребления? В основном это разница лексических значений. Так следует писать приставку «пре», когда необходимо выразить высокую степень качества – «прекрасный», «превеликий». Обычно такую приставку можно заменить словами «весьма», «очень». Во втором случае написание приставки «пре» обусловлено значением «по иному», «через» и близко к значению приставки «пере». Это могут быть слова «приступать»,
равное слову переступать, преградить, близко к переградить. Теперь поговорим о приставке «при». Она используется в таких значениях, как пространственная близость, прибрежный, рядом с берегом, придорожный, присоединение, приближение, прибежать, прикрутить, неполнота действия, присесть, приоткрыть, доведение действия до конца, прикончить, пристукнуть, совершение действия в интересах кого-либо, припрятать. Особые правила написания также существуют и для твердого и мягкого знаков, выполняющих разделительную функцию. Так разделительный твердый знак будет писаться перед гласными «е», «ё», «ю», «я», в случае, если он стоит после приставки, которая оканчивается на согласную. Примеры: разъезд, объезд. Разделительный мягкий знак мы пишем перед гласными «е», «ё», «ю», «я» внутри слова, «вьюга», «сомелье», а также в таких словах иноязычного происхождения, как «шампиньон», «медальон» и некоторых других. Частицы «не» и «ни» с разными частями речи. Довольно крупным разделом орфографии является правописание частиц «не» и «ни» с различными частями речи. Поговорим об этом поподробнее. Частица «не» пишется слитно с существительными в случае, если без «не» не употребляется, не может ни взгода, ни Настя. Есть возможность подбора синонима «без «не». Недруг, враг, неширокий, узкий. Раздельное написание частицы «не» существительными обусловлено наличием противопоставления «не белый, а черный», логическим подчеркиванием отрицания в вопросительном предложении. «Вы вчера вернулись в 8, не так ли?» Частица «не» пишется слитно с предлагательными «если». Без «не» употребление невозможно, невзрачный, небрежный. Есть вариант подбора синонима «без «не». Не молодой, старый, не маленький, большой. Имеется противопоставление с союзом «но». Гора невысокая, но крутая. Также пишется слитно с краткими прилагательными, если в полных прилагательных, от которых они образовались, «не» тоже писалось слитно. Не широкий, не широк. Раздельно «не» употребляется с прилагательными в случае противопоставления с союзом «а», не быстрый, а медленный, взаимодействие с относительным прилагательным, погода не северная. Употребление с краткими прилагательными, если их полные производящие прилагательные также были написаны с «не» раздельно. Вода не холодна, а горяча. Частица «не» пишется слитно с местоимениями, если употребляется с отрицательными и неопределенными местоимениями без предлогов. Некому, несколько, нечто. С другими разрядами местоимений частица «не» пишется раздельно. Частица «не» пишется слитно с глаголами и деепричастиями, если не употребляется без «не», ненавидеть, недоумевать. Если «не» входит в приставку, недо, недосмотреть. В остальных случаях с глаголами и деепричастиями частица «не» пишется раздельно. Частица «не» пишется слитно с причастиями, если нет зависимых слов при полных причастиях, не уехавший сосед. Раздельно «не» употребляется с причастиями в случае полных причастий, которые имеют зависимые слова, не уехавший в отпуск сосед. Кратких причастий. Горячие блюда еще не приготовлены. Наличие противопоставления. Незаконченная, а только начатая работа.
И, наконец, не с наречиями пишется слитно, когда не употребляется без «не», небрежно, нелепо. Это наречие на «е», «о», или можно найти синоним без «не», не глупо, умно. Раздельно «не» с наречиями пишется, если это наречие на «о», «е», если есть противопоставление, не громко, а тихо. Это наречие на «о», «е», если они имеют пояснительные слова «вовсе не», «ничуть не», «далеко не», «отнюдь не», «отнюдь не весело». Наречие написано через дефис, не по-русски. А для чего в русском языке используется частица «ни»? Рассмотрим примеры ее употребления. Если мы хотим усилить отрицание, например, «все это время они не отходили от больного ни на шаг», используем частицу «ни». Или же, если хотим усилить утвердительный смысл в придаточных предложениях. В этом городе, куда бы мы ни шли, везде встречали старых друзей. Как мы видим, употребление разных частей речи на письме требует определенных правил. Мы с вами должны научиться грамотно определять написание той или иной буквы в корнях и приставках, переносить слова, не отрывая гласные и разделительные твердые и мягкие знаки. А в случае невозможности проверить слово, исходя из правил, не забывать, что для этого у нас существуют орфографические словари. Итак, мы завершили изучение темы письма в русском языке. На этой лекции мы узнали об условиях употребления удвоенных согласных, рассказали о случаях слитного и раздельного написания частицы «не», поговорили на тему словарных слов. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что знание правил письма необходимо нам для того, чтобы смысл слов, начертанных на бумаге, не искажался, и читающий смог бы понять нас правильно.